Welcome to Dashui Talks, a show powered by Dashui Consulting, a China-based strategic market research company founded in 2010. Меня зовут Игорь Тимиров. Я работаю последние 5 лет в Китае, с Китаем. И основной мой был опыт – это выводка компании Splat на китайский рынок. Также работаю с несколькими другими брендами, российскими компаниями, помогаю им осваивать китайский рынок. Чем отличается процесс дистрибуции в Ханчжоу от Шанхая? Процесс дистрибьюции отличается тем, что в Ханчжоу больше находятся компании, которые работают в онлайне, поскольку это штаб-квартира компании Alibaba, здесь находится Tmall, здесь находится Taobao, но также, как в свое время произошло в Силиконовой долине, специалисты, которые работали в Тимоле, в Алибабе, они выходили на улицу, то, что называется, встречались, создавали какие-то новые концепции. И на сегодняшний момент в Ханчжоу находится несколько ведущих компаний с огромной капитализацией, которые работают также в онлайн. Помимо этого, в Ханчжоу есть штаб-квартира нескольких торговых сетей, и которые входят в топ-10. Это Walmart, это Vanguard, их восточное отделение, что делает тоже интересным работу на рынке Ханчжоу. Какие отрасли в Ханчжоу наиболее динамичны? Можете ли вы на каждую отрасль привести пример компании? Ну, наверное, самое все-таки динамичное – это онлайн. Торговли, онлайн-концепции и как производная онлайн, конечно, требует огромных вычислительных ресурсов. Здесь в Ханчжоу реализовано несколько таких интеллектуальных платформ, на которые заведены и все службы города, и провинции. И, на мой взгляд, очень развитая экономика Ханчжоу, которая развивается там на уровне 8,5%, 9% по сравнению там с другим Китаем, это все позволяет очень динамично развиваться в целом городу и вашему бизнесу. Второе, что я отметил, Ханчжоу, наверное, одно из самых больших развитий получил логистические центры, поскольку, опять же, здесь находятся штаб-квартиры онлайн-компаний, и для их успешной работы логистическая составляющая. Что я имею в виду? Это не только склады достаточно приемлемым уровнем и оплаты, и уровнем сервиса. Здесь же находятся компании, которые первые запустили роботов по обработке грузов на складе. Наша компания работала с такой же компанией. То есть компании логистические, их отличает то, что у них работают все онлайн-платформы, у них очень хорошая IT-среда, и вы устанавливаете одинаковые приложения в вашем офисе и на складе, и очень эффективно можете работать в режиме 24/7. Как вы оцениваете покупательскую способность резидентов Ханчжоу по сравнению с Шанхаем? Наверное, здесь важно говорить не только о покупательской способности, сколько и покупательской активности. Потому что я думаю, что покупательская способность, она сравнима, потому что если вы посмотрите там ВВП на душу населения с Шанхаем, но Шанхай гораздо раньше был развит, в нем гораздо раньше появились большие компании, бренды, и все стремились быть в Гуанчжоу, в Шанхае, там, и потом уже, допустим, в Пекине. В Ханчжоу в этом плане немножко, так сказать, отстает от Шанхая, но покупательская активность, вот интересный момент, как только вы идете с востока на запад до Чэнду, покупательская активность возрастает, и вот в Чэнду у вас могут быть совершенно там рекордные, например, продажи.
То есть в какой-то степени покупатели в Шанхае, ну, конечно, это они слишком уже перенасыщены и предложением, и их сложно удивить, поэтому надо очень хорошо подумать, где вы будете проводить свои основные акции и где вы будете сосредотачиваться на выходе на китайском рынке. Каковы выгоды при открытии компании в Ханчжоу по сравнению с открытием компании в Шанхае? До этого в компании в Шанхае можно было гораздо быстрее открыть, потому что юридические процедуры, там были специальные определенные режимы. Вот. Но сегодня открыть компанию в Ханчжоу также просто и легко. Вообще, я бы сказал, что работа на китайском рынке, вот, мне есть чем сравнивать там, с европейскими, с американскими рынками, она удивительно удобная среда для и открытия компании, и для последующей работы. В Ханчжоу был принят недавно практика, когда вы приходите для открытия компании только один раз. И если вы приходите второй раз, то это плохо для сотрудников государственных органов, которые вас регистрируют. То есть и реально можно компанию зарегистрировать за один день, за 20-30 минут получить печати и лицензию, и вы готовы работать. То есть в этом плане очень большая поддержка и местная, значительные возможности и по юридической составляющей, то есть она будет дешевле у вас, кадровая составляющая у вас будет дешевле, и офисные тоже помещения, они будут дешевле, чем в Шанхае. Any questions? We will find an expert to answer them. Drop your questions in the comments or send us an email dx@dashwayconsulting.com.